Так, и все-таки мы решили оседлать эту черепаху. На пятую точку залезли, да? А на ножки не получается. Коля, а без страховки, наверное, не надо. Давай, подержу тебя, если ты хочешь постоять так сильно. Давай. Хочешь на ноги встать, Коля? А? Ты хочешь на ножки? Давай. Давай, подержу тебя, давай. Давай, давай. Так нет, ты ж на черепаху хотел вставать. На ноги хотел вставать, или что? Все? Ну, что? Ротик у нее, да? Открытый язычок там, да? И чего ты ее побил, спрашивается. Обезьянка с перемотанной марлей бинтиком. Гипсом, вернее, гипс у нее на ручке, видишь? Ой. Мамки написали, мамки. Обезьянка. Из сказки доктора Айболит, да? Из сказки доктора Айболит. А вон доктор Айболит сидит, видишь? Все твои знакомые. Да. Акула, каракула. Правым глазом подмигнула. Ты уже сам хорошо лазишь. Молодец. Сразу видно, Коля, что ты подрос уже. Ворона, кар-кар-кар. Это... Собачка. Да, лучший помощник доктора Айболита. Ой, как ты сам хорошо лазишь. Молодец, Коля. Смотри, смотри, осторожненько. Смотри. Смотри. Давай я тебя подстрахую здесь. Давай. Давай. Я тебе ручку дам. Давай, слезай. Нет, не хочешь? Хочешь пообниматься с ней? Здесь оружие. Вот. Уши, да, у нее уши. Ну ладно, постоял и слезай. Что на ней стоять? Вон доктор Айболит. Давай, ручку, давай. Давай. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. О, ты молодец. Ты молодец.